Во время прогулки некоторые владельцы собак боятся отпустить свою собаку с поводка. Между тем, свободный бег и игры с собакой очень важны для ее здоровья и физического развития. Им необходима физическая нагрузка, чтобы быть здоровыми и счастливыми. Марк! Вверх! Да! Привет! Одна из целей моего обучения – это выполнение команд «Собака на свободе, без привязи». Очень важно, чтобы собака подчинялась вам без поводка и при отвлекающих факторах. Тогда она получит свободу, возможность бегать и играть. Если собаку держать на привязи, она не будет чувствовать себя хорошо, ведь она должна выплеснуть ту энергию, которая накопилась за время долгого ожидания вас в доме. Начинаем работу с собакой на длинном поводке. Поводок нам нужен не для того, чтобы ограничивать движение собаки, а для того, чтобы контролировать ее поведение. Начните работу с собакой в спокойной обстановке, где ее ничто не будет отвлекать. И как только вы поймете, что она полностью внимательна и слушает вас, вы сможете ее отпустить с поводка. Пойдем. Подъем. Хорошо. Когда мы отпускаем свою собаку с поводка, она может уйти на прогулке гулей дальше, чем на 3-4 метра. И многие владельцы этого пугаются, потому что они привыкли именно к этой длине поводка. Но вот что надо при этом иметь в виду. Если мы освоили команду лежать и ко мне, она уже находится у вас под контролем. Собака вас уважает. Но она устанавливает свою дистанцию свободы. Обычно это метров 10-12. На прогулке пес останавливается, чтобы что-то понюхать. Не спешите дергать собаку и говорить «пошли, пошли». Если так поступать, то скоро увидим, что собака будет чувствовать, что мы ее постоянно дергаем, не представляя собаке той свободы, которая ей необходима, чтобы обнюхать куст или еще что-то. Так что продолжайте прогулку молча, и вы увидите, как только вы удалитесь от собаки из зоны ее свободы, она поднимет голову, и если вы продолжаете идти в том же направлении, не останавливаясь, она догонит вас и забежит вперед примерно на то же расстояние. На прогулке с собаками не забывайте менять направление. И
идти зигзагом, резко поворачиваться. Это стимулирует собаку постоянно следить за вами и менять направление моментально, как только изменится ваш маршрут. Нам нужно заложить фундамент для других команд. Поэтому мы должны быть уверены, что в случае действительной необходимости собака услышит вас и выполнит команду по первому требованию. Чем меньше вы говорите на прогулке, когда собака может свободно погулять, тем выше шансы, что она услышит вас, когда это будет действительно необходимо. Если ей постоянно что-то командовать, то у нее в одно ухо будет влетать, а в другое вылетать. Просто позвольте себе и собаке наслаждаться прогулкой.